Друзья, добрый день. Рада вас приветствовать на нашем канале «Переезд Краснодара в Краснодарский край». Меня зовут Екатерина Романенко, Центр недвижимости «Компромисс». Сегодня мы с вами находимся в ближайшем окружении города Краснодара, в 15 километрах от его центра, в ауле Казета, Туммухкайский район. Это новая Адыгея. Будем смотреть с вами коттеджный поселок. Решили все-таки показать такие дома вам тоже, поскольку это, ну, уж ближе не придумаешь. Дома подходят под льготную программу кредитования, под семейную ипотеку с двумя детками, что тоже очень немаловажно. Поэтому давайте будем смотреть. Подробно расскажу про инфраструктуру данного коттеджного поселка, населенного пункта. Мы будем осматриваться по домам. Дом, который будем смотреть, у нас 116 квадратных метров с интересной планировкой. Площадь земельного участка здесь у нас везде по 6 соток. Центральные все коммуникации, стоимость объекта будет составлять 12 миллионов. Давайте начинать. По подъездным путям, друзья мои, мы здесь очень даже замечательно проходим. Здесь везде бетонная дорога, бетон, лед, застройщик не жалеет. Здесь М300, такой прям что благовечный капитально. На две машины хорошо все разъезжается. Пока не обращаем внимания, вот что тут много кучек с землей. Это, видите, желтенькие такие трубы стоят. Это подводку газа к домам делали, и газовщики раскопали немножко улицу. Все это приберется, и будет все очень красиво. Значит, вот такая бетонка, она растянута по всему коттеджному поселку. От съезда на асфальт здесь порядка у нас 500 метров. На территории поселка своя прогулочная зона. На территории коттеджного поселка у нас своя детская площадка. Есть зона воркаута, есть пешеходные дорожки, озеленение посажено, освещение, качелька. В общем, деткам здесь очень-очень комфортно. Вот такая красота. Своя, далеко ходить не надо. Въезд в коттеджный поселок у нас под шлагбаумом. У всех пульт собственный, да, просто так чужие сюда уже не попадут. И по инфраструктуре коммерция у нас вся здесь же построена на въезде. Ну, буквально 300-400 метров у нас получается от улицы, от дома. Коммерция — это Магнит Пятерочка, там же Валберес. Такие магазинчики услуговые заходят, разные офисы усаживаются, то есть коммерция построена уже застройщиком. Что касается школы детского садика, да, то давайте расскажу поподробнее. Она у нас порядка 1,5 километра отсюда, но школу можно написать заявку на школьный автобус, и деток прямо с коттеджного поселка будет забирать школьный автобус, что тоже удобно. Там же у нас школа, там же детский сад, ориентируемся на 10-ю школу. Что касается медобслуживание, то в Казете медобслуживание у нас не имеется. Он в поселке Новом есть амбулатория, это порядка 5 минут езды отсюда. А в Яблоновском у нас поликлиника, ну, соответственно, все остальное в Краснодаре, да, если нужно. До Краснодара у нас порядка 14 километров до центра Краснодара. Это до центра, я имею в виду прямо до галереи, да, пересечение Северная Красная. Ну, порядка 30-35 минут. Это пробочное время, если не пробочное, ну, сколько, 15 минут, да, и вы в городе. В общем, вот такой вот инфраструктурный у нас обзор получился. Ну что, давайте будем заходить на объекты и осматриваться уже по территориям. Давайте смотреть с фасадной части. Порядка 18 метров здесь у нас ширина фасадов у участков. Заборы все на фундаментах, кирпичные столбы. Будут въездные ворота. Это все доделывает застройщик. Профлист будет по периметру у объекта, по заборам. Да, входная калиточка обязательно. И бетонированная дорожка ведет нас прямо к дому. И здесь у нас бетонированная площадка залита для заезда под машину. 6 соток, сказал, да, площадь земельного участка, назначение ИЖС. Здесь у нас кухня-гостиная с левой стороны у дома. Выход на участок тоже через такое будет организовано крыльцом. Можно до забора прямо тут большой навес поставить. И дальше уже у нас такой вот свободный, у нас наши свободные 6 соток. Ну, что такое 6 соток? Это площадь дачи, да, у многих. Поэтому 6 соток визуально вот их легко ощутить, потрогать, пощупать и понять, как их можно распланировать. Ну, такая комфортная площадь для участка, когда можно и баньку поставить, и парничок поставить, да, фруктовые деревья посадить, и вроде грядочки какие-то разбить, и в то же время на них будет хватать. По фасаду у нас много было, по фасаду много было места оставлено под цветники, под клумбы. Сейчас мы к ним вернемся.
сейчас обхожу дом по фасадной части с правой стороны. Смотрите, здесь тоже отступы все нужные оставлены. Вот тут отмостки, много достаточно места. Здесь хорошо, чернозем уже подсыпан. Здесь хорошо сядут у нас фруктовые деревья. Давайте вернемся к фасаду. И здесь мы с вами еще осмотримся. Значит, смотрите, сколько у нас оставлено места под посадки. Да, здесь тоже цветы, туи. Все это очень симпатично будет выглядеть. Септик вынесен сюда в начало участка для того, чтобы можно было легко откачивать. И на три кольца, на шесть кубов все это дело у нас организовано. Так, пройдем с вами по техническим характеристикам объекта и также вставим видео, кусочек комментариев от застройщика именно по качеству строительства, потому что им они очень гордятся. Ну, действительно, есть чем. Итак, дом у нас, все эти дома у нас 24 года постройки. Дома на спаяна ленточном фундаменте. Застройщик гарантирует, что не менее 32 у нас свай по периметру фундамента. Шаг 1.5 метра, 2.5 метра сами сваи, арматура 14-я, в общем, все капитально. 20 сантиметров у нас здесь плита, дальше там у нас внутриобратная засыпка, ну, строительство внешней стены. Внутри отсевной блок, утеплитель, подушка воздушная и вот славянский облицовочный кирпич. Крыши подшиты профлистом, сделана система водостока. Ну, в целом все крыши у нас получаются здесь. У нас все крыши накрыты металлочерепицей. Все Божии, все Божии, все Божии, сделаны наши... Итак, начнем. В качестве типа фундамента нами выбран свайно-ростверговый. Благодаря его универсальности и возможности использования для разных типов грунта. Теперь поэтапно. Изначально на участке подготавливается свайное поле. Сваи располагаются по всему периметру дома и внутри. Таким образом, в каждом доме не менее 32 свай. Сваи вяжутся из арматуры 14 диаметра. Глубина бурения свай составляет 2,5 метра. Подготовленный свайный каркас заливается бетоном. Здесь мы видим подготовленный каркас для ростверга. Для вязки данного каркаса используется арматура 16 диаметра. Далее по технологии будет производиться бетонирование ростверга, обратная засыпка, трамбовка и подготовка объемного армированного каркаса для монолитной плиты. Плиту делаем с двойным армированием высотой 20 сантиметров. В итоге мы получаем вот такую наземную часть фундамента. Ее высота составляет 80 сантиметров, из которой 20 сантиметров – это монолитная плита и 60 сантиметров – рост. Заходим с вами в объект. Давайте пройдем по планировке. На входе у нас прихожая почти 9 квадратных метров. Далее просторный холл 11 квадратных метров. В левую сторону с него идет кухня-гостиная, почти 36 квадратных метров. Три жилые комнаты площадью 16,4, 15,2 и 13,7 квадратных метров. Котельная из кухни-гостиной 5,8 квадратных метров и раздельный санузел площадью 6 квадратных метров и 4,1 квадратный метр. Давайте осмотримся по прихожке. Хорошие шкафы-купе у нас встанут. Шкаф-купе. Ну вот как раз, да? Много коробок, вот здесь должен быть наш шкаф-купе прямо до самого потолка на всю вот эту вот длинную стену. Планировки, конечно, индивидуальные в каждом доме, прямо не побоюсь этого слова. Таких планировок типовых по станицам, честно говоря, не вижу. А вот здесь прямо интересные. Постарались, продумали и довольны. Да, вот я довольна, например, планировкой. Давайте обсудим, как вам. С правой стороны у нас первая жилая комната, 16 квадратных метров, спальня. Здесь окошечки у нас не трехстворчатые, а двухстворчатые, но тоже, да, окна увеличенные, с перемычкой, но очень красиво. Посередине расположился санузел, но мы сначала осмотрим с вами жилые комнаты. Вторая жилая комната площадью у нас 15 квадратных метров, тоже давайте посмотрим. Широкие достаточно комнаты, просторные. Пополам, да, кто обратил внимание, здесь черновой пол, застройщик сдает у нас объект вот в такой предчистовой отделке. Значит, стены все подготовлены, электрика разведена, коммуникации заведены, а пол вот в таком виде. Плюс 300 тысяч, и у нас будет теплый пол, либо доделаем его самостоятельно. Ну, вот такая позиция. Еще одна жилая комната у нас
к осмотру. 13,7 квадратных метров. Давайте ее посмотрим со всех сторон повнимательней. Потолки 3,10 заявлены в черновом виде, в чистовом виде. Ну, сколько оставите? Ну, 3 метра точно нужно оставить. Итак, с жилыми комнатами мы здесь с вами осмотрелись. По коммуникациям. Да, я, наверное, не прошла, не сказала при тех характеристиках. Коммуникация у нас, друзья, здесь центральный свет 15 киловатт заведен. Водичка заведена, тоже городская скважина. Она поселок отдельная и разведена по всему коттеджному поселку. Газ доведен до дома по меже. Пожалуйста, подключаемся. Проблем подключения в газете нет, каждый на себя. Ну, вот последняя информация по программе. Порядка 75 тысяч идет здесь за подключение. Так, а мы с вами смотрим дальше. Раздельный санузел, площадь санузла. Это у нас ванная комната должна быть. Здесь у нас порядка 6 квадратных метров. Выводы все сделаны необходимые под сантехнику, пожалуйста. И рядышком у нас расположился, вот здесь у нас дальше расположился раздельный санузел. Друзья, для тех, кто впервые на нашем канале, напомню, что у нас есть классный телеграм-канал. Если вы на него еще не подписаны, подпишитесь, пожалуйста. Там важная и полезная информация по рынку недвижимости именно Краснодарского края. Ссылочка сейчас перед вами на экране, а также внизу в описании к каждому видео. Так, ну что, у нас с вами осталась неосмотренная площадь кухни-гостиной. Шикарнейшее совершенно помещение, 36 квадратных метров, друзья мои. Эркерные окна, широкие, большущие, света много. И вот такая замечательная совершенно кухня-гостиная. Электрика у нас вся выведена. Отопление, окна, смотрите, сколько, да, вот этот увеличенный выход, тройной, большущий выход на участок. Шикарное окно, тоже с перемычками, смотрится очень красиво с улицы. И там у нас, ну, как платформа такая, да, даже крыльцом не назовешь. Мы с вами это все обсуждали, что можно туда вынести крыльцо. Да, такое сделать с навесом будет, ну, как терраска. Так, сюда мы с вами разворачиваемся, посмотрим в другую сторону. Такое помещение. Ну, к планировке вообще вопросов нет. И раздельный санузел нам, и отдельная прихожая, классная, комнаты хорошо выделены, площадью комнат предусмотрены. И на кухонный гарнитур. Да? Но кухонный гарнитур будет здесь не очень большой. Вот такая площадь, угол заворот здесь нам предусмотрен. Что еще есть? Котельная есть вот сюда, коммуникации все вынесены будут сюда, что тоже очень удобно. Смотрите, здесь на 40 сантиметров станет хороший стеллаж, прям сверху донизу, классный прям шкаф или стеллаж для хозяйки на кухне. Поэтому, ну, наверное, потому что кухня небольшая, будет кухонный гарнитур сам по себе небольшой, то очень много можно будет спрятать именно вот в этом подсобном помещении. Напомню, что коммуникации разведены пока в том виде, как они представлены у нас в видеообзоре. А вот что касается там теплого пола, да, это мы уже делаем самостоятельно, либо руками застройщика, но плюс 300 тысяч нам это примерно обойдется. Итак, ну мы с вами осмотрели целиком и полностью. Всех благодарю за просмотр. Если еще не подписаны на наш канал, пожалуйста, подпишитесь. Буду вам благодарна за ваши подписки, лайки и комментарии. Подписывайтесь, друзья, на канал. С вами я, Екатерина Романенко, Центр недвижимости «Компромисс».